Влад, добавь я. Все его просто подключаемся и все. На пусть как, захват, там поговорим. Ну короче, в общем, я потом как сейчас соберусь, позвоню. И ты сюда соберешь уже звоню. Вот сюда. Давай. Влад, добавишь Ясю? Скайп. Сейчас буду. А он все уже готов? Да, он все уже. Готов. Все, я сейчас все устанавливать. Че это мотенок в аварии что собрался? Это он для вас есть. А, вот, спроси, что платишь? Ну, он всегда платит. Да, что спрашивать? Не, у него всегда можно отжать пару сотен. Так что... Вы предприимчивый для себя. Да, он просто... Да, он немножко низший в нашей компании, так получилось, что мы постоянно для него стебемся и всякое такое. Ну, вообще, да, короче, дело. Да, он сам бывает, он бывает, сам предложит, типа, давайте свой... Он сам предлагает на нас заплатить, почему бы и нет? Когда бывает очень приятно, когда гулять, я все домой уходят. Не, так этот чувак неплохой, но с нами не очень. Сейчас, давайте. Но он молодой. Да, этим все сказано. Сказали бы, что он КХАИ, я бы понял. КХАИ должны бережно относиться к своим сэмпаям. Он КХАИ, ты понял? Сэмпай, обратите на меня внимание. Эй, почему он не умер? Я же ему зарядил дроби прям в лицо. Чё, издеваетесь? Ты, у меня шесть микрофон. Черт, почему я не смог подняться по лестнице? Чё, совсем деградон? У тебя ноги сломались. Придется играть при вагонном режиме, а это плохо. Ну, короче, зашел в ван, он более-менее интересный. Ищ, ищ, пыщ, пыщ. Хеллрейзер вообще идиот. Так чё? Братишка! Так, я снова здесь. Ну что, запретное видео? Где там? Запретное о, видео, есть. Сиська. Блин, я ржу с этой фразой вообще. Ну просто угарная дико. Юрич умеет мочить кора, когда надо. Да. Сейчас я запутил. Блин, меня вот этот трек что-то вообще зацепил. Не знаю, чем. Как по-английски ненавижу. Хейт. Хейт. Парни, вот это пока я говорить не буду, если что-то будет, ничего. Да, он пытался пока не будет говорить. Ну пусть он тогда хотя бы убавит звук на будущее. Микрофон, да. А, ему же нужно еще сервис скинуть. Опа, меня кликнули за бездействие. А что, роботами? Ну да, зеленый робот, традиционный. Ой, я хоть нормально все менять могу. Так, Яся, я тебе ВКонтакте скинул айпишник. Вот. Катай. Где же тут все пушки? Да блин, тупая мышь. Ну что там, веселитесь? Запретное видео. У кого любимое запретное видео? Какое? У меня сиська. У всех она любимая. Ты, Юрий, что посмотрел? Есть такая? Да нет, там сразу ВК клуб порнухи. Понятно. Она слишком запретная. Вы любите сиськи? Раз. Тихо, мячачи? Раз. Теперь у тебя еще и эхо. Так, run window. Fuck. А, вот. Джон, что-то недавно хотел дальше почитать этого. Осторожно, там с арбалетом, то и те края карты, как интересно. Запретное видео. Уж не сиська, блин. Я по скайпу говорю.
Ну, так что, что сделал? Да, я что-то не хочу. Нет, вообще не что. Надо идти, где Гаус лежит. Так, ну что там есть? Он не отвечает, вообще не пишет, ничего не говорит. Вообще, может быть, не здесь. Ну, здесь никак не соперницили, прямо. Кстати, Яся, если что, в зеленого робота это, скин делай. У меня есть подозрение, что он нас не слышит сейчас. Да хер знает. Он просто подключился и ушел куда-нибудь. Чего не мощный бил. Где он? Учитывая, что он даже не спросил никакой силы, ничего делать еще. В этой жизни можно. Чудес, чудес. Секретное видео. Сиська. Секретное видео, как это сильно. Блин, чё за... А, вот. Use voice communication. Это микрофон, да? Ну, типа. Написано use voice communication. Ну, да. Ну, использовать голосовое... Voice коммуникатор, да? Ну, типа. А, use это использовать? Да. Ну, чё, окей. Так. Где там сиська бегает последняя? Коннект. Конь. Там кто-то хилится внизу. Доказать его. Чалит. О, идет подключение. Разрешить доступ. Центральное опережение. Нифига себе. Меня уже тут. Ха-ха. Не смог меня попасть даже. О, блин. Что-то я совсем расслабился. На этой почве. Мне не смог попасть какой-то даун, это не значит. Враг. Слышно меня было? А ты какую кнопку нажимал? Вообще на К английскую. Да. Но я переделал себе на F. Джон. Что? Enable, напомни, как называется. Enable? Да. Дозволенность, так скажем. Что-то типа того. А, ну окей. Ну или доступность. Не, по-моему, никуда не агилось. Не, не слышно было. Пускай себе вниз. Просто у меня вроде допущено это, но... Тебя там в этом настройке есть проверить микрофон. Вот, вроде работает. Блин, меня убили. Вот тут даже не показывало, что ты говорил микрофон. Не, ну это на тесте это не слышно было. Нет, я имею в виду, базарить с этими лохами. А у меня может кнопка стоит другая. А, так там она стандартно вообще отключена. А, ну так вот. А, ну вот. Так там какой-то мразёныш, каким перец с арбалетом. Всё. Мудачё! Сиська. Опачки, Гаус найден. Обнаружен Гаус. Что-то карты какая-то непонятная, я ничего не успеваю. А, это свои. Откуда? У всех пистолет измененный вид на вид. Нет. А чё у меня пистолет вид измененный? Потому что сиська. Сиська, ну понятно, так бы сразу и сказали. Ты офигел? А так ты это. Там кого-то чума, прости, Гаус. Это, прости меня, но... Ну это никто не хилит. Ну ты понял. Да. Ну чмо тупое? Я уже какой раз тебя вот тут побываю. Не ставить кровать, не ставить. Ты тут застрелился. Пылесосом засосал меня. Вот. Здесь интересно действует. Что, не действует? Нет, это что? О, действует. РТВ пиши туда. Черт у меня. А, так. Ты с черточкой писал, не? Нет, просто это. А, ну ладно. Блин, чуть было не совершил самое эпичное убийство в своей жизни. Само убийство. Ты после пылесоса. Против пылесоса. А, у меня локоть прилип к столу.
пролетело со стола. О, наконец-то пошел. Йоу! Это надоело перекатываться против ублюдков с оружием нормально. Так, а... Кто это еще с нами? Я могу начать. Алло! А кто это еще с нами? Джон! А, Джон? Yeah. Блин, у него, у тебя постоянно такой, такой ник или каждый раз его меняешь? А ты про что говоришь, я не понял. Каждый раз постоянно такой ник. Да? Прикольно. Я никогда не замечал. Ну, в общем, я скинул всем. Печать. Кондачей его скинул? А, блин, я из кондача-то вышел. Че, клох, ты из кондача-то уходишь? Че, давайте кондачу сменим. Подожди, тут нормально играли же. Че начинается-то опять? Ну, какая-то не серьезная. Трусливая скотина. Лучше бы лаху по сердцу проиграл. Я уже проиграл один раз. Кем это? С тобой и с... Что вы так добились? А с компу не бьет. Два компа против нас три не бьет. Ну что поделаешь? Я расстраиваюсь. А помнишь, у тебя Влад боты были вообще жесткие? Финиас и Джамбот? Помню. Вы там будете на этой карте или переходить на другую? Да заходи сюда. Да, тут на сервере на этом будет. Минут сменится карта, а пока уже можно на этом сервере. А, так вы только втроем или там еще кто-то? Там будет много людей. Там, да. 8 человек. В общем, если увидишь зеленых роботов, это свинь. Да, это там зеленый. Да, да. Да, да. Как я задумал? Вообще не надо. Мочи неверно. Аллах Акбар. Где что тот же сервер? В этот... Через КС или сразу через Халфайв? А вот там, и там у тебя на рабочем столе халвами должна быть создана. Значок. Чё за херня? Почему арбалеты бросают на дороге незаряженными? Чё, издеваетесь что ли? Да, это не было. Что такое надо отрубать? Бошки. Это не какие, не так. Из-за муху тоже нужно убивать бошки. Из дробовик надо убивать бошки. Это шина валяется, там револьвер бесполезный. Ну ладно, револьвер так револьвер. За трупушки мы пошли. Кто-нибудь смотрел «Патруль времени»? Нет. Я. Ней. Вообще охуенно. А, новый? Да. Нет. 2013. Да дробовик без патронов кинули, ублюдки. Я вообще, я читал. А, жуки! Пошли все нахер с собой. Я найду того, кто в этом виноват, отрежу ему бошку, а то и нет. Вот. Если ты с каким ником? Я сейчас еще пока не скил, но весь вот смотрим. То я и... Сдохни, мразь! Сервер, да? Погодите, тут единственный чувак. Я что-то не понимаю. Айпишник, который я тебе скинул в ключе, в консоли пишешь Connect. Connect. И вводишь тут номер. Все. А. Гениально. Так, блин. Да я не могу играть, ну, вообще что-то. Прости, меня... прости. Ты просто подвернулся? Нет, я не из-за этого, меня ты просто флажка все задирают. Засранец. Какой-то мудак опять стреляет с этого пулемета. Меня еще полагивает что-то. Тварь. О, чё? Коннект? И коннект? Там не надо слышать какой-то? Нет, нет. Нет, просто через пробел этот IP пиши и все. Не погадаешь.
Ну как бы вот копируйте, ставить можно. Так не вдруг. Не, так давно не успел. Че, издеваетесь, что ли, не понял? Ой. Че ты это? Нет, ты сегодня чё? Работаешь, нет? Не, сегодня. А, блядь, бедный брейк. Фиши сделал. А, я думал, ты я тебе что-то обломал, напомню. Он дурак. На пулю взорвался. А я бой. Я готов целовать песок, который ты насрала. Ну я не знаю, что рядом с тобой бегал засранец. Че бы я сделал? Я бы сам все старался. О. Ой, так вот, тихо. Сегодня мне просто позвонили, сказали, что я сегодня не нужен. Не нужен, да. Так а чё, я на самом деле... Тебя использую. Ты чё, откуда здесь эмка? У меня тоже эмка. Здесь просто оружие скины изменены. Блин, я забыл, когда в последний раз играл в списке, я не подсираю чуваку с пистиком. С нами тогда ты играл, помнишь? Сволочь. Прикрыть, я убил чувака с пистиком. Давай, да он, кстати, более-менее играет, чувак. Мы убиваем друг друга или нет? Пока это есть хотя бы один враг, мы не убиваем друг друга. Ух ты, я убил человека живого. К сожалению, нет. Но... Ты убил труп? Да. Спрашивайте, как мне это удалось? Да мы все через это прошли. Я не хочу об этом говорить. Я не хочу вспоминать. Кстати, я смотрел запретное видео. Которое? Сиська. Которое сиська. Сиська? Она так и называется. Судя по звуку, тут кто-то хочет нас штурмовать. Вы что, на броне это что? А если тут есть что-то штурмовать? Чем мне сказать, что это броня есть? Вы любите запретные видео? Сиська. Когда я буду слышать фразу «запретное видео», я всегда буду говорить одно и то же. Даже на улице. Даже на работе. Даже на работе, я буду тебя звонить, как вот. Даже если президент рядом будет стоять. Заменёр резко поблизости вообще, чтобы все охерели. Ты знаешь, у Ван де Гута, типа в молодости была фишка. И вот там с чуваком. И сейчас я вспомню сначала. Вставали рачком. Не, у них такая фраза, ну, фишка была, что они говорят, ну, один из них говорит начало фразы, и второй должен ее закончить. И при этом встать, типа отдать честь и громко произнести там с матом какую-то фразу. Вот. И они постоянно себя так, ну, друг друга подкалывали. А где они стоят, допустим, на каком-нибудь поручении. Все сидят, бас, один другому не скажет. Мы здесь не убивали. Графики дебил. Рисуйте. Да, лаха главное. Что там враг появился? Да. О, графики, да, реально рисуются, можно плювки делать. Ты че, Ты че лаха глаз сделал, красный? Лошара! Блин, на своей же подорвался. Валера, наливай! Брак прорывается. Ну это чисто опять убил, он реально какой-то рун. Да задолбал его дробашом фигачу, он у меня с пистолетом как ложка. Понял, ты фишка, пистолет. Он ездит, отстань от меня. Где вообще аптечки есть? Я с местного бина оборудуемся. Вот, у лифта. У лифта только твоих. Смотри хоть куда-нибудь.
О, пошли, погнали к нашим. У них всего одна аптечка, а не еще. Ну блин, бегает, там вообще никто не появляется рядом с этим долбанным лифтом. Его надо заминировать. Я считаю. Да, нужно бегать и играть. Запрещаю вам смотреть видео сиська. Почему? Потому что запретное. Враг на первом этаже особняка. Блин, ну кто? Я не... О чем мы? О чем мы? Особняк это? Да. Это Диазель. Думаю, лучше играть в этот сталкер по сетке. Три минуты, пацаны. Я как я не умею. Момент истины. Кто занял? Момент истины? Момент. Момент? Вот он, момент истины. О, блин, как я не подорвался. Помни все, чего мы достигли. И забудь все, что... Нет, три минуты. Коп истины. А, скотина. Я ходил, оружие собирал, он мне взял и убил. Нагло. Ну это вообще избиение младенцев. Не так часто. Да ты что делаешь? Ой. Да ты православных маджахидинов опять делаешь. Во имя этой веры можно. Ну, разве что ради нее. Не ради... Ой. Вера ради Аллаха. О, давай. Ни один по мне так и не попал. Третий, давайте. Давайте четвертую обосрём. А мы на ней играли, а мы очень. Я Hell Damn Forever выжил. Так, кто стреляет с арбалета по мне? Как же я отсидел ногу. Как мы сами не догадались. Чё за глупый вопрос, кто может стрелять с арбалета? Ребята, я кто стреляешь? Что? Я вот сказать, если наверняка есть какие-то секретные ходы. Кто-нибудь видел, откуда арбалетчик стреляет, то я его не вижу. Почувствую чью-то ауру злую. Это ж надо. Опа, меч не убили. За что? Это жестокая игра. Да нет, блин. Кто-нибудь такой бежит и внезапно дохнет. Сам. Сердце не убили. Встань от меня! Встань от меня! Вот аптечка еще, короче, знаешь где? В каком-то гараже, где железные штуки. Непонятные ящики. О, нифига здесь. О, еще две аптечки рядом с пультом. Рядом с пылесосом. Да блин! Блин, почему ты не убил раньше эту скотину? Потому что я перезаряжался. Оставался. Как же запретное видео? Ну, это сиська. Я кто-то стрелял. Вернее, это был. Да блин, урод! Тварь, мразь, скотина. А вдруг он красавец, на самом деле? Чё ты на него так? Ты можешь пояснить за свои слова? Я имею в виду моральный. Ну, ладно, окей. Не надо взрывать херню рядом со мной. О, напоследок чела убил.